Всем привет, мы снова играем в Sims 3. И мой персонаж опять проснулся и не хочет спать. Вообще сегодня на работу, сегодня плохой день. И рыба протухла у нас. Сок протух. Ну, неважно. Так, все, давай быстрее спи. Так, все, подъем. Нам пора на работу. На любимую работу. О, как бежит. О, ненавижу этот пляж, потому что он очень огромный. И надо тщательно следить. И здесь мы еще получили пощечину. Нормально. Вот никого нет опять. А, вот тут есть. Это русалка. Что-то никто не тонет. Кажется, сегодня мы даже ничего не заработаем, потому что никто не тонет. Всем хорошо. Я не знаю, что вообще сделаю. Ой, кому-то стало плохо. Ура, наконец-то. Когда нам пора уходить? Вообще, наш рабочий день закончился. Хоть что-то заработаем за сегодня. Все, ура. И пошли домой. Пусть здесь сделать все, но нечего. О, как мы близко, оказывается, были. Так, нам нужно поесть срочно. Что такое? Ирландская рагу мы можем готовить еще. Потом... душ, что-то не работает как-то нормально. Потом душ и спать. Ой, скоро болезнь пройдет, наконец мы сможем погружаться, наверное. Ой, свинья. Так, завтра наш... У нас завтра выходной. Неужели? Все, иди спать. О, у нас остался свободный денек. Идет дождь. Нам кто-то звонит. Мы быстренько. Мы поедим и пойдем в спортзал. Вот так, тренажер зовут. И потом нам надо встретиться с Альфонсо Альто, прояснить ситуацию. То может быть не зря у него такое имя Альфонсо, от слова Альфонс. Хотя у нас денег нет. Очень непонятно. Вот. И еще надо во всем погрузиться. Кто звонит? Ты не хочу никакой девичник. Ура! Мы получили повышение. И также работаем, когда же мы. Когда мы сделаем, короче, рабочий день? Так, ладно, пойдем домой, потому что мне уже все грязное. Мы пригласим Альфонс. И разберем, что это вообще за такое. Ой, все, хватит. Какая машина красивая. Не хочу никакую вечеринку.
Так, потом нам надо позвонить и пригласить куда-нибудь. Вот сюда. Окей. Отлично, он согласился. Летим туда. О, я занус. Не хочу никакую вечеринку. Он так нравится такие сообщения, в которых ничего не написано. Типа, догадайся сам. Сейчас, тут можно найти, чтобы спросить. Ой, ужас какой. Поделиться секретом. И тут вот нету такого. А пусть, короче, сами общаются. Сами как-то особо не общаются. В общем, непонятно, кто это там был. И здесь нет такого, чтобы можно было спросить. Он ушел, что ли? Пошли тогда погружаться. Недалеко куда-нибудь. Вот, вот так давайте еще сделаем. Поедим. Я вообще не пойму этот ресторан. Вот так давайте тогда. Нет. Ничего. Непонятно. Поехали домой. Не-н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 е. Нет. Не домой. Погружаться мы поедем. Так, вот мы погрузились, рыба ловим. Какая, стой, какая огромная. Ой, русалка. Да что, какая страшная. Да, это мужик. Поболтаем. Ой, мой лучший навык. Ой, пригласим его на сушу. Это что? Ой, еще один. Это акула. Он согласился?
Смотрите, сколько акул. Домой, домой, домой. Ну и... А, мы ждем этого. Тритона Кинга, вау. Так, где мой дом? Вот. Так, где мой дом? Вот. Так, где мой дом? Где мой дом? Вот. Так, где мой дом? Вот. Так, где мой дом? Вот. Так, где мой дом? Вот. Где мой дом? Вот. Где мой дом? Вот. Где мой дом? 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 Где мой дом?